Я ехал с музейной площади, посадил людей на улице Радищева. Далее направлялся в сторону Астраханской, на пересечении Максима Горького и Московской. Передо мной начал поворачивать таксист налево. Я совершил столкновение, далее у меня вырвало рулевую колонку и у меня выкинуло на столб. Людей не было на дороге, ну и хорошо, что их не было. Дальше меня унесло на остальные машины.